городе Каспийске, на резервном поле Анжи-Арены, с 12 номером. Опасно сейчас прорывает меня Кизляр, удар по воротам, не точно. По 12 номером в воротах Мисриханов Микаил. Магомедов откинут брос назад, подача, и на выходе голкипер. Ух, что сотворил, и по-моему там о штангу ударился футболист Кизляра и лежит Аязиев. Продолжается атака Кизляра, удар по воротам. Тут уже Дайзиев на месте. В полной. Кстати, удар по воротам. Какой сейф сейчас от голкипера. Хотя следующий временной отрезок, он за Юсрой. И этот отрезок, он продолжается. Продолжается угловым. Раджабов Магомед подает. Подача! Опасно может быть! И гол забивает Юсра! И это ее, делает ее нападающий Арсен. Сравнять и пройти следующую стадию. Гасанов, передача, подключение, удар по воротам. Нужно добивать. Выносит мяч Кизляр и Юсра. И после первого тайма Юсра игру можно продолжать. Арбитр не станет игру останавливать. Раджабов в отборе. Ой, как хорош Магомед Омаров. Быстрая передача. Тот уже вернулся на поле Гасанов. Передача, и что? Ну как тут мяч в ворота не залетел? Непонятно. Шамиль. Получится ли она у них? Неизвестно. Вскоре мы об этом узнаем. Шахвеледов ушел в левый край. Удар по воротам. И гол! Забивает Ибрагим Шахвеледов. Но это вратарский гол, друзья мои. Дайзиев Магомед Тагир. Не обижать. Вновь Ибрагим Шахвеледов хорош в отборе. Подключается и вновь будет бить. Удар по воротам. И вновь, вы знаете, с трудом отражает Дайзиев. Дальше на Шамиля Магомедова. Что будет делать Шамиль? Возвращает Омарову. Затянули немного. Удар будет. Есть! Удар по воротам. Забивает Кизляр. Матитов Карим. 2-1. Аут будет сейчас бросать, ждет, но пока подтянут сюда высокие парни. Есть вброс, Абдулла, гол забивает Юсра, и гол забивает кто? Эльдеров, Ревшан, совершенно недавно вышедший на замену, и вот это... Удар по воротам, забивает Шахвеледов, 1-0, Кизляр выходит вперед в серии. Раджабов против Мисриханова. Свисток арбитра, разбег Магомеда, удар по воротам, забивает и Раджабов. 1-1. Удар по воротам и забивает Шамиль, сильно в верхний угол. Угадал. С игры Арсен забил. Посмотрим, сможет ли с пенальти. Разбег, удар по воротам. И берет, берет. Омаров Магомед. Удар по воротам забивает Омаров. И у Кизляра. Для того, чтобы пробить этот пенальти. Удар по воротам и берет его Мисриханов. Что показывает? Нужно перебить. Нужно перебить, показывает. Далековато вышел голкипер из ворот. И Ревшан Эльдеров перебивает. Удар по воротам. А этот уже забивает. 3-2. Кизляр впереди. И Матитов. Матитова мяча, разбег, удар по воротам и забивает. Вроде бы не сильно пробил Карим Матитов. Сейчас не забивает, только Кизляр проходит дальше. Удар по воротам. Ох, отразил голкипер мяч, но от его руки он залетает. Именно он. И для того, чтобы его команда продолжила борьбу, ему обязательно нужно забить. Удар по воротам! И в притирку со штангой отправляет Абдулаев. Мурад Омаров. Удар по воротам. Забивает Омаров Мурад. Нужно сейчас Заурус забивать, чтобы его команда продолжила борьбу. Удар по воротам выше ворот. И все на этом, друзья. Кизляр отправляется в следующую стадию. Молодцы кизлярцы, молодцы футболисты Юсры. Очень хороший матч выдали обе команды.